любая зависимость – это подавляющий родитель противоположного пола. Когда у вас есть подавляющий родитель противоположного пола, вам нужно как-то расслабляться, да? То есть вы уходите от реальности благодаря вашим зависимостям. Вторая причина, почему мы идем в пищевую, алкогольную или какую-то еще зависимость, нам не хватило в детском возрасте нашей мамы. Когда мы сидели в животике у нашей мамы, когда мамочка нас кормила грудью, мы ее кушали. Для нас это была любовь. То есть на уровне зачатия, на уровне того, как мы росли в животе, для нас мамина еда в базе своей организма матери, потом мамино молоко, было соединено с любовью. Третий аспект психологических зависимостей от еды. Неуверенность в себе. Для чего мы едим? Когда мы в себе не уверены, нам нужна дополнительная, как нам кажется, энергия. И здесь же мы еще вес набираем, да? Нам нужен вес, который нас будет держать. Вы не можете дать себе уверенность.